Всем доброго времени суток! Вот такой мягкий и нежный крем получается всего из двух ингредиентов. Все очень легко и просто. Сейчас расскажу все нюансы. Посуда для взбивания сливок должна быть охлажденная. Заранее поставьте миску с венчиками в холодильник или даже в морозильник. Как видите, я взяла сгущенное молоко, не сгущенку, а молоко 8,5% жирности. И взяла 33% сливки. Можно и больше, но не меньше. Сливки, кстати, тоже должны быть хорошо охлажденными. Посуду для взбивания крема возьмите побольше, потому что из пол-литра сливок и 380 грамм сгущенного молока получается очень много крема. Я делаю крем в два этапа, хотя можно взбить сливки сразу и, добавив сгущенное молоко, смешать миксером. Но я взбила до мягких пиков и добавляю треть сгущенного молока и снова все взбиваю. Сейчас добавлю оставшееся сгущенное молоко и хорошенько все перемешаю, взобью до нужной мне консистенции, но смотрите, не перестарайтесь. Хорошего вам крема, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых вкусных встреч. Вот такой прекрасный крем, который, заморозив, вы можете есть как мороженое.